Всех приветствую. Такое вот утро. Наконец-то мне дали документы. Я взял путевку и сегодня выехал первый день с ружьем на охоту. Мы вдвоем с Чивой. Посмотрим, что Чива не потерял ли сноровку, не разучился я стрелять. Походим сегодня с подхода, попробуем поподнимать уточку. Сейчас такой очень плотный туман. Утки там сидят в корчах. Давай, 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 вперед, Чива! Подняла одну. Давай, 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 ищи. Бляха-муха. Поднялись две утки. Я думал, они будут здесь сидеть. Они там дальше сидели. Пока результата нету. На первом месте там Чива выгнала одну утку с кустов, но далековато. Там я видел, как заплыли, но в самом конце старика я все равно до них как бы не стрелял, потому что далеко. Ой, чего, что-то туда не поплыла она. Ну и здесь вот поднялись две утки далековато. Ну, много воды по берегу. Я думаю, что утка сидит плотно. Тут, наверное, скорее всего, что никто не охотился на открытие. Ну, поедем сейчас дальше, посмотрим, что там будет впереди. Так, еще одно место. Стопудовое. Не знаю. Еще до открытия здесь уток подымал. Сейчас посмотрим. Сейчас бы только в тумане не ошибиться, найти его правильно. Выйти на него грамотно. О, Чива что-то подняла тут. Так, что-то нету ничего. Вроде что-то. Блин, поднялась, только я отошел. Есть. Ручка сбил. Чего, чего, чего? Давай, 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 молодец, молодец.
Давай, принеси, принеси. Чего? Ко мне. Ко мне, молодец. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Плыви сюда. Ага, ты умница, девочка, давай. Умница, умница, плыви сюда. Умница, хорошая собака. Давай, 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 давай. Давай, плыви сюда. Плыви сюда, умничка, умничка, Чива. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Молодец, молодец. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Неси этого черочка сюда. Давай. Ай, ты Чива, молодец. Давай, 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 давай. Давай. Молодец, молодец. Давай, плыви ко мне. Давай. Молодец. Давай. Давай. Все, молодец. Все. Умничка. Ну вот она. Первая моя добыча в этом году. Невелика, но трудовая. И я поработал, и Чива поработала. Отлично. Пойдем дальше. Молодец, Чива. Утка тут была, нырнула. Я не стрелял по сидящей. Вот из плава наш все утка. Где она? Блин, и перо конкретно выбилось. Чего она полетела дальше? Летит, летит. И ушами шевелит. Мазанул. Что-то не ожидал, думал, удастся ближе подойти. Вот на этой луже только что взял уточку рековую. К сожалению, только камеру не включил. Думал, что включил, но на самом деле не включил, когда подходил. Ну, она одна тут сидела, селезень. С первого сбил. Спалим меня. Сколько аистов летит, а там вот кружат. Все, пора ему летать. Покружили вот там и по очереди полетели. Попрощались с полесской землей.
Вон сидит на купине утка. Чё, привет? Давай, привет! Давай, привет, чё? Привет! Так, надо мне туда идти, походу. Давай, 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 давай. Это она куда-то сюда упала. Давай, 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 давай. Ищи здесь. Давай, давай, тут здесь. Здесь, здесь, здесь. Ищи, ищи. Ищи. Нашла? Нашла? Ага, под ранком, наверное. Нашла? Молодец, все. Наша, наша, наша. Фу, фу. Все, 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 все. Наша, 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 наша. Все, наша. Наша! Брось! Чива! Вот он, селезень. Нашли. Чива нашла. Короче, сидел до последнего, я вышел на озерцо. Уже развернулся назад идти, и он взлетел, я тогда уже его стрельнул. Так, ну вот, пройду еще эту канавку. Она такая ничего. Посмотрим, что тут с водой. Что-то я зря сюда пришел. Так, ну с водой здесь все хорошо. Но если тут нету выводка, то утка на канаве сидеть не будет. На реке хватает воды. О, бляха, муха. Куропатки меня испугали. Фу. Уже большие. Прошел канаву, нифига. Следов утки не видно. Хотя канава это хорошая. В прошлом году стреляли тут уток. На открытие тоже. Ну, в общем, вот такая охота сегодня получилась. Чива вроде сработала для первого раза нормально. Утку искал, единственное, что быстро устала. Ну, жара такая, и тяжело по болоту ходить маленькой собаке. Так вроде свою работу делала. Ну, разок я промахнулся, но ничего страшного, с кем не бывает. Утки, в принципе, не особо много, но есть та, что еще не стала на крыло, ныряет, прячется. Такая трудноватая пока на подъем утка. Еще надо недельки две, чтобы ее троху подразогнать, чтобы она нормально подрывалась. А так подходишь и сразу не поднимается. Не забывайте подписываться, оценивать видео.